Вместо кайфа скакалка, перчатки и капа. Лютые спарринги для улучшения сноровки. Тренировки только под звуки жесткого хип-хапа. Ради любви зрителей, гордости и славы ты получаешь эти хуки слева и справа. Пока кто-то тусуется, не выходя из образа, ты пробиваешь двойку по голове и корпусу. Неважно, мага ты или Вася, неважно, на морально-волевых или на классе, неважно.